Сегодня будем готовить шурпу. Это будет рецепт, который я готовлю для моего мужа. И который суп-шурпа, который нравится моему мужу. Вот. Я думаю, что шурпа, так же как и борщ, в каждой семье своя. Поэтому прошу строго не судить. Это будет наш вариант. Вот. Ну, может быть, я надеюсь, он понравится и вам. Я достаточно часто его показываю на основном канале. Ну, показываю всегда результат и никогда не показывала, как я делаю этот суп. Поэтому сегодня как раз расскажу именно про процесс приготовления. Я беру говядину, я ее помыла. У меня это ребрышки и кусочек краешек, это, наверное, да? Вот, говядина предварительно моется. У меня здесь 800 грамм. И готовить я буду 3-литровую кастрюлю супа. Соответственно, наливаем воду, ставим. И основа каждого супа — это бульон. Да? Либо овощной, либо мясной. В нашем случае это будет мясной бульон. И он должен получиться очень хорошим, прозрачным и насыщенным. Вот. Для того, чтобы получить такой бульон, мясо я кладу в холодную воду. Ну и шурпа — это, по сути, хороший насыщенный мясной бульон с овощами, что и будем делать. Мясо я поставила на огонь и довожу его до кипения на большом огне. Процесс приготовления бульона займет у нас около 2-2,5 часов, поэтому в это время можно заниматься чем-то другим. Это тоже очень удобно. Ну вот, мясо наше закипает, и сейчас важно снять пену. Не упустить этот момент, чтобы пена не осела. Вы знаете, вот все готовят бульон по-разному. Кто-то его процеживает, кто-то первую воду сливает. Ну, вот как-то у нас в семье не сливают никогда первую воду. И я считаю, что это не нужно делать. Но это мое мнение, у вас может быть свое. Я ни в коей мере не мучу, да. Я просто рассказываю, как я варю этот суп. Ну, собственно, даже в чем-то по вашим просьбам. Поэтому пену я снимаю. Я, кстати, снимаю, видите, ситечком, а не шумовкой. Опять же, вот мне больше нравится снимать ситечком, потому что так лучше снимается. И после этого я уменьшаю огонь. Огонь я теперь уменьшила. Вот, пену нужно доснимать всю. Ну, знаете, на самый крайний случай, если вдруг вы упустили мясо, и этот момент, ну, вас отвлек кто-нибудь, и вы не сняли пену, то можно промыть, залить эту воду и промыть все холодной водой, залить заново и закипятить второй раз. Но, на мой взгляд, конечно, лучше нежелательно это делать, но это я так на всякий случай рассказываю. Итак, мы пену сняли, да, шум сняли шумовкой. Вот, и делаем теперь самый маленький огонь. И тем временем я подготовила овощи. Для шурпы, ну, как, собственно, и для других супов, потому что, по сути, этот бульон у меня, например, является основой всех супов, да, и борща, там, и рассольника. Ну, то есть, вот это мы сейчас сварим с вами базовый бульон. Для того, чтобы он был насыщенного вкуса, нам нужно этот вкус придать. И кроме мяса, вот мы туда добавим морковь, луковицу целиком, чеснок, 4 зубчика вот на 3 литра я кладу, причем я кладу его прямо вот такой вот в шкурке, неочищенной, потому что потом мы все эти овощи выловим. Вот. И стебли сельдерея, либо можно стебли петрушки, либо можно корень сельдерея, ну, для того, чтобы придать вот именно аромат нашему бульону. На этом этапе я еще не солю и не перчу. Сейчас я переставлю его на маленькую горелку. На маленькой горелке поставлю на самый маленький огонь. И в таком состоянии под крышкой оставлю где-то, ну, на час, на полтора. То есть у нас мясо должно свариться, бульон должен томиться. И после этого будем класть туда овощи и специи, и тогда уже солить. Важно, чтобы в этом процессе у вас мясо активно не кипело. То есть чтобы оно варилось, но не кипело. Ну вот смотрите, бульон варится полчаса. Вот я сняла крышку. Вы видите, у него такие небольшие, как бы, побулькивания идут снизу. Вот это правильный вид. От того, как он кипит и как он варится, у нас будет зависеть прозрачность бульона. Продолжаем варить. Контроль и учет. Прошло чуть больше часа. Смотрите, какой у нас уже получается бульон. Видите, он какой прозрачный. При этом в меру с жирком.
Ну, здесь все зависит, конечно, от того, как любит ваша семья. Если вы положите более жирное мясо, да, можно положить и говядину, и свинину. У вас получится просто более жирный бульон. Теперь добавляю черный перец горошком. Потом душистый перец, вот три горошка. Кладу чеснок. Морковку целиком. Мы это потом будем отсюда убирать. Луковицу целиком. Сельдерей. Кстати, вот черешковый сельдерей, да, или стеблевой, он чувствоваться особенно не будет. Он придает такой, знаете, легкий-легкий аромат. Но если его добавить в куриный бульон, он убирает вот этот запах курицы, который не всем нравится. Вот, поэтому если это вам в курином бульоне, например, смущает этот запах, то добавьте черешковый сельдерей. И теперь еще час мы томим также вот вместе с этими овощами. То есть через час у нас мясо должно уже легко отделяться от костей, да? Ну, быть полностью готовым. Да, и на этом этапе нужно еще чуть-чуть подсолить. Почему я говорю чуть-чуть? Потому что мы потом еще будем досаливать, когда уже у нас сварится бульон, и мы будем погружать овощи именно для супа. Вот. Ну, оставляем еще на час. Прошел еще час, наш бульон готов. Теперь начинается самое интересное. Мы получили с вами насыщенный мясной бульон. Смотрите, какой красивый он. И теперь мы будем превращать его, собственно, в шурпу. То есть насыщать его различными овощными вкусами. Шурпа – это заправочный суп, где в основе мясной бульон. Вот видите, мясо все сварилось. Я все это вытаскиваю. И насыщенные вкусы овощей. Вот. Так что мясо, и вот это я все достаю. Ну, морковь эту можно использовать, например, в салат, да, или, например, добавить, вот у меня собака большая, я тут вареную морковь потом добавляю ему в кашу, вот, или если делаю какой-то салат, или там, не знаю, винегрет, можно добавить туда эту морковь, ну, или если вы любите вареную морковь, можно ее просто так съесть. А в данном случае, поскольку мясо у меня было достаточно чистое, у него не было никаких ни осколков, ничего, я бульон процеживать не буду. Если у вас мясо, ну, вызывает у вас какие-то сомнения, да, или от него там, например, вот этот шум остался, пена осела, то в этом случае бульон лучше процедить. Но у меня, видите, он и так получился, в общем-то, очень такой чистенький, красивого цвета. Теперь я подготовила 6 картофелин среднего размера. Да, ее должно быть много, картошки. И картошка должна быть вкусная, это очень важно. Как мясо должно быть очень качественное, так и картошка. То есть картошка должна быть в идеале рассыпчатая. Можно положить ее целиком, но у меня они такого размера, что я их все-таки пополам сделаю. Соответственно, всю картошку загружаем в суп. Мясо отставляем в сторону. Сейчас оно остынет, мы его разберем и порежем. Вот, картофель положили. И займемся подготовкой остальных овощей. Никакой пережарки в шурпу я не делаю, ну и обычно не делают. У меня вот мой муж, он родился в Азербайджане, вырос в Грузии, и это у него один из любимых супов после борща. Вот. Поэтому я очень долго достигала вот данного для моей семьи, подчеркну, совершенства. Вот. И пережарку мы не делаем. Картофель у нас варится, суп, бульон закипает, потом мы уменьшим, и картофель будет также томиться до готовности. Параллельно вот я беру морковь, помидор и сладкий перец. Морковь самая жесткая, поэтому ее мы добавляем. Вот сейчас картофель закипит и добавим. Морковь я буду резать такими брусочками. То есть я буду резать кружочками и потом полосочки вот такие делать. Вот. Некоторые нарезают морковь очень тонкой соломкой, но это вот опять же, понимаете, кому как нравится. На самом деле, в моей семье этот суп не готовили. Вот у нас, ну, как-то борщи, там, грибной суп. Я его осваивала, перепробовала в огромном количестве различных ресторанов, и домашних, и там высокой кухни, ну, азербайджанских, узбекских ресторанах, грузинских тоже готовят подобный суп. Он немножко по-разному даже бывает называется. Кстати, в болгарской кухне есть подобный суп, да, это когда говяжий бульон и крупно порезанные овощи. То есть здесь смысл в том, что овощи должны отдать свои вкусы мясному бульону.
И бульон при этом должен остаться абсолютно прозрачным. Вот, поэтому сейчас мы с вами положим туда еще морковь, которая будет вариться вместе с картофелем. И моркови, в принципе, должно быть, вот видите, у меня 6 картофелин, на них 2 перца я взяла, да, специально выбрала такие красивые, яркие. Вот крупный у меня большой прям помидор и, ну, 2 такие средние морковки. Так что отправляем в бульон морковь. И вот на этом этапе я кладу еще лавровый лист. Лавровый лист нужно класть вот не с самого начала, да, когда мы клали перец, чеснок, а именно сейчас. Потому что тогда он даст только аромат и не даст горечь. Потому что если его долго вываривать, он дает горечь. Ну, накрываем, уменьшаем огонь и варим до готовности картофеля. Ну, а я пока подготовлю перец. Я его уже почистила. Сейчас еще вот эти вот вычищу. Перец я буду резать тонкими полосками для красоты. Он потом очень красиво будет смотреться в супе. Ну и вообще суп получится такой радостный. Знаю, что некоторые еще добавляют цветную капусту или обычную белокочанную капусту, но мы так не любим. Вот, а вы можете тоже проэкспериментировать. Ой, уже прямо я в предвкушении, какая получится вкуснота. Перец я нарезала, пришла очередь помидора. Его нарезаю таким средним кубиком. Самое главное, это не положить овощи сейчас. Нельзя класть ни в коем случае овощи, пока у нас не готов картофель. То есть, когда картошка сварится, она будет мягкая, рассыпчатая, да? Но мы это попробуем, проткнув ее ножом, поймем, что она приготовилась. Вот тогда мы будем закладывать дальше овощи. Это очень важный момент в шурпе. Обратите на него внимание, потому что по степени закладки овощей у нас меняется вкус, насыщенность. И главное, что овощи должны получиться не разварившимися. У меня остыло мясо. Вот видите, оно как хорошо отделяется от кости. И я его тоже сейчас разделаю. Вырежу то, что, на мой взгляд, не нужно. Мне, может, и не нужно, а вот кое-кому очень даже нужно. Видите, он прямо стоит и ждет. Вот у нас закипела картошка, я уменьшаю огонь, и мы ждем, когда она сварится. Ну что, Сатуша, ты ждешь свою порцию мяска, да? Мяска, да? Мяска. Ну как вот тут не дать? Да. Первый, кто попробовал шурпу, был Сату. Хорошо было? Да. У ребрышек, кстати, очень вкусное мясо. Вот оно получается как бы в меру с жирком. И когда оно вот так вываривается долго, да, на медленном огне томится, вот очень вкусное получается мясо. Ну, конечно, изначально сама говядина должна быть хорошая. Мы вот берем ее на рынке у нас в Александрове у одной и той же женщины. И очень хорошее мясо. Вот мясо я подготовила, нарезала такими кусочками. И когда сейчас переложим овощи, туда же положим и мясо. Беру 4 зубчика чеснока, нарезаю его. И тоже будем добавлять уже в конце. Кстати, вы обратили внимание, что я не добавила острый перец при варке бульона. Просто... Ну, так бывает, что не все, да, в семье едят острое. Например, у нас в семье острое не ем я. И поэтому, конечно, шурпе нужна острота. Поэтому мы острый перец добавляем уже непосредственно при подаче тем, кто будет его есть. Вот, потому что не все его едят. Но нужно его добавить при варке бульона, если у вас едят острое. И какая шурпа без зелени? Конечно, нам нужно много зелени. У меня петрушка и укроп. При желании можете добавить еще кинзу, лук-порей, может быть, стрелки чеснока. Все будет отлично. Все, картофель сварился. Это можно понять. Вот видите, он легко протыкается ножом. Картошка рассыпчатая. Отлично. Так, теперь выкладываем сначала сладкий перец. Перемешиваем. Сату так вздохнул. Давайте мне уже стоп.
Вот, и буквально 5 минут чуть-чуть подвариваем, чтобы он так помягче стал. Вот, после этого добавляем томаты. Так, теперь добавляем мясо. Томаты. И вот в этот момент пробую на соль. Ну, смотрите, какой бульончик. Да, нужно еще посолить. И добавляю еще около столовой ложки сахара на этот объем. Сахар, он немножко нейтрализует кислоту помидор, и он является как бы, ну, естественным усилителем вкуса. То есть с сахаром намного лучше, более выраженный будет вкус. Попробуйте. Вот. Ну и теперь добавляю уже чеснок. Сейчас буквально довожу до кипения, чтобы у меня прогрелись помидоры. И все, будем выкладывать в тарелку. Ну, вот мы и приготовили с вами этот загадочный для многих суп с названием шурпа. Смотрите, какой он получился красивый, прозрачный, ароматный, насыщенный и совсем несложный, согласитесь. И мне кажется, что ваши близкие по достоинству оценят это блюдо в рационе вашей семьи. Ну, в том случае, конечно, если вы до сих пор его не готовили, но хотели научиться. Да, я замахнулась на шурпу. Вот такая вот она у нас. Такая она нравится моему мужу и моим детям. Сверху украшаем зеленью щедро. И добавлю, пожалуй, еще. Вот, вот так вот. Совсем красота, красота. Так, теперь свежемолотый перец. Конечно же. Какой аромат. Ой. И острый перчик. Изюминка на торте. Вишенка на торте. Ну все, вот такая у нас получилась шурпа. Приятного аппетита. Готовьте быстро, ешьте вкусно. С вами была Таша Муляр. Жду ваших комментариев и попрошу меня в них особенно не критиковать, потому что борщ и шурпа у каждой семьи своя. Я показала наш любимый вариант. До новых встреч на канале!